В самом центре Урала глава Ингушетии посетил областной перинатальный центр в сопровождении министра здравоохранения Свердловской области Аркадия Белявского. В ходе визита руководителю нашего региона продемонстрировали современное медицинское оборудование. Юнусбек Евкуров пообщался с ведущими специалистами центра, которые рассказали о системном подходе к решению вопросов выхаживания детей, рожденных с низкой массой тела. По их словам, высокотехнологичная помощь оказывается на оборудовании отечественного производства. Глава региона выразил надежду на дальнейшее совместное сотрудничество и возможность передачи опыта оказания перинатальной помощи в современных условиях коллегам из Ингушетии. А врачи центра, в свою очередь, поддержали инициативу главы республики и выразили готовность принять коллег.